Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи Людмилы Конниковой. Композиция называется «Что же я наделала?» Музыка исполнения Самвела Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Позабыл, да, ты свою зазнобушку. В сундуке пылится платье белое, бьется сердце, как душа воробушка. Что же я, мой миленький, наделала? Не могла подумать, что обидишься, не к лицу, поверь, тебе страдания. Я глядела вдаль, да не увидела, что тебе не любо назидание. Не могла подумать, что обидишься, не к лицу, поверь, тебе страдания. Я глядела вдаль, да не увидела, что тебе не любо назидание. Позабыл-то ты свою зазнобу, в сундуке пылится платье белое, бьется сердце, как душа воробушка. Что же я, мой миленький, наделала? Позабыл-то ты свою зазнобу, в сундуке пылится платье белое, бьется сердце, как душа воробушка. Что же я, мой миленький, надеялся? Спасибо за внимание. С вами был Самвел Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Что же я наделала? Стихи Людмилы Конниковой. Музыка исполнения Самвела Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».